Здравствуйте, меня зовут Анастасия, и я являюсь клиентом агентства Arbat Homes. Хотела поделиться с вами моим опытом поиска снятия в аренду квартиры через агентство. А начнем с того, что когда я начинала планировать свой отдых, я находилась у себя в стране, зашла на сайт агентства и заполнила форму. К моему удивлению и приятному удивлению, мне стал отвечать живой человек, а не бот, которому я проговорила свои пожелания по квартире. Мои пожелания были следующими. Мне нужна квартира в центре Алании, в пешей доступности от пляжа Клеопатра. А также я хотела квартиру в новом доме и обязательно, чтобы в комплексе была инфраструктура в виде крытого бассейна и хамама. Так как мой отдых планировался в межсезонье, я понимала, что погода может измениться, и вот наличие инфраструктуры будет приятным бонусом. Все, я выбрала квартиру, которую предложили мне ребята, отвечающие всем моим требованиям, и дальше уже нам подготовили трансфер, который встретил нас ночью в аэропорту Газипаши. И довез уже до квартиры, заселили нас. На следующее утро были приятно как бы удивлены, когда решили позавтракать, и казалось, что в квартире есть вода, кофе. То есть утро у нас уже задалось замечательно. А сейчас давайте пройдем и посмотрим, что из себя представляет квартира, которую мы сняли. Добро пожаловать в квартиру, которую я сняла для нашего отдыха. Хотела сказать, что квартира предвосхитила даже мои ожидания. Она вся светлая, чистая, в ней действительно даже чувствуется запах новой мебели. Здесь полностью есть все для комфортного отдыха. Интернет, телевизор, комплект бытовой техники. Хотела сакцентировать на то, что эта квартира у нас 1+1, в ней всего одна спальня, но тем не менее она очень замечательная и такая же новая, как и все вокруг. Мне кажется, комплектами постельной мебели, которую вот предоставили в аренду вместе с квартир, наверное, до меня и никто больше не пользовался. А сейчас, пока я поставлю чайник, он будет закипать, пройдемте на балкон, и я расскажу о том, почему для меня был важен выбор района Клеопатра и самого комплекса и его инфраструктуры. А сейчас я хотела бы вам рассказать о инфраструктуре комплекса, квартиру в котором я сняла в аренду. Помимо важных для меня крытого бассейна и хамама, в комплексе оказалась сауна, фитнес-центр и также небольшой бар. Для такого небольшого бутикового комплекса инфраструктура очень обширная, включая и открытый бассейн, который вы можете увидеть в видеоряде, который сейчас перед вами. Но самой большой ценностью комплекса, как для меня, является то, что он находится в пешей доступности, буквально в 200 метрах от знаменитого пляжа Клеопатра, на котором я хотела побывать. Меня привлекла в пляже легенда о том, что этот пляж Марк Антоний подарил царице Клеопатре и даже завез на него песок, который остался, как говорит легенда, и по сей день. Песок действительно белый, изумительный, мелкий, и ни с чем, наверное, не сравнимый. Помимо пляжа Клеопатра, мы понимаем, что находимся в центре, и у нас множество в нашем распоряжении кафешек, ресторанов, магазинчиков, достопримечательностей, таких как Кале, таких как можем приехать в замечательную пещеру Дим, посетить Дом Латаш, посетить верфи, которые еще были основаны султаном. К нашим услугам огромное количество развлекательной инфраструктуры, ночные клубы и тому подобное. Итак, если вы хотите провести замечательно свой отдых, не столкнуться с какими-то бытовыми трудностями при съеме квартиры, обращайтесь так же, как и я, в агентство Arbat Homes. И в следующие свои визиты в Аланию я планирую поступить точно так же. Обращайтесь по телефону, который вы видите ниже на экране.